can see you dance, man. Золотой юниор 2007 года. Да-да, если вы помните ту блестящую сборную России, завоевавшую золотую медаль, то, конечно же, должны припомнить, кто защищал ее ворота. Вадим Жилобнюк и Александр Печурский. Но основным и главным тогда все же был нынешний кипер Алматы. Лучший сейв Вадима случился в решающей игре с американцами при счете 4-4. Он справился с выходом 1-1. После чемпионата мира Александр Печурский отправился в НХЛ и провел там целых 15 минут славы, а Вадим пошел по другому пути. Для начала провел 8 матчей в первом сезоне КХЛ, а затем начал путешествовать по клубам ВХЛ. Балашиха, Рязань, Альметьевск. И вот оно, подписание контракта с клубом Алматы. Если уж про кого-то из наших гостей мы говорим, вот это звезда, а это самый крутой парень во дворе, то Вадим Жилобнюк действительно заслуживает, чтобы его так называли. Такие персонали украшают наш чемпионат и придают турниру особого шарма. Так сложилось, не знаю, отец всегда хотел сына боксера, получился сын вратарь, так что не знаю. А вратарь, знаете, как все отвечают, ну, так получилось, просто вратарь, и все, так. Я доволен своей работой, она мне нравится, и я получаю от него большое удовольствие. Это плюс, конечно, надо своих воспитанников, но без конкуренции никуда. Если не хватает своих ресурсов, надо искать где-то за рубежом, либо в ближайшем, ну, в дворе, я не знаю. Просто если не будет конкуренции, тогда люди перестанут расти просто как спортсмены. Вот и все. Как-то, знаете, когда выходишь на игру, забываешь обо всем. Страшно тебе, не страшно, просто стараешься делать свою работу и все. А будет больно, пройдет потом, ничего страшного. Родители, мама, папа живут в Москве, так что с ними стараюсь общаться. У меня есть брат младший, вот в этом году пошел в школу. И сестра, которая занимается профессиональным теннисом, тоже старается сейчас ездить на всякие турниры. Да, есть жена, есть ребенок, недавно родился в августе. Вот, так что я теперь молодой папа. А так больше нечего сказать. Семья – это личное, так общее только. Такая долгая история. Не получилось закрепиться в высшей лиге. Сидел без работы, позвонил Олег Владимирович Валяйко, пригласил. Я приехал, понравилось, остался, если вкратце. Ничего плохого никогда не скажу про Олега Владимировича. Все тренера по-своему разные. Не знаю, он хороший специалист, всегда хорошо настраивал команду, умел подбодрить. Ну, так сложились обстоятельства, что его не стал в команде. Но ничего, у нас сейчас новый тренер, он тоже нас ведет вперед, мы выигрываем, идем в лидерах, так что все хорошо у нас. Могу сказать, по сравнению, вот как я приехал, трибуны были пустые вообще. А сейчас народ стал ходить, болеть, создали свое фан-движение какое-то, стараются поддерживать, делают кричалки какие-то свои. Очень правильный подход. Но если бы руководство еще помогало немного этим, где-то какие-то конкурсы устраивало, народ бы еще пошел, делал какую-то рекламу. Все же от рекламы зависит. Ну, пиара клуба явно нет. Вообще его нет, я так могу сказать. С этим тяжело. Люблю машины, ну как любой нормальный молодой человек. Вот. Люблю читать, когда есть все время. И фильмы так. В принципе, когда приезжаешь домой, там нет времени на хобби. Есть только, ну, какие-то дела, которые ты накопили за год. И вот ты их стараешься делать. Вот и все. Что читать? Какая? Стивен Кинг. Вот это мой любимый писатель. Я по нему очень сильно. Ну, прям все книги почти вот сейчас дочитываю. «Сияние». Недавно вот прочитал. Фильм раз 10 смотрел, но недавно только книгу прочитал. Ну, очень сильно пишет. И без всяких лишних слов. У нас хороший коллектив. Больше 70% осталось с того года. Хороший боевой, боеспособный коллектив, настроен на игру. Есть провальные игры, конечно, ну куда без них. Но есть хороший у нас капитан, который всегда подбодрит ребят, никогда плохого слова не скажет, только подбодрит и направит в правильное русло, как надо играть. Так что у нас, я думаю, большое будущее. В том году немножко не получилось плей-офф, хотя был большой шанс пройти Бей-Борис. Ну, наверное, устал где-то свое сложить такие обстоятельства. В этом году постараемся пройти как можно дальше. В Алмате. Но сегодня руки вверх играли. Не знаю, не хоккейная музыка. Ну, победную теперь, наверное, будем играть, пока не проиграем. Чуть кровь из ушей не пошла, если честно. Ну, ладно.
Не знаю, что там, я не слушаю такую музыку. Беркутова у нашего, у Сани. Ну, для меня, а так, я думаю, все неплохо бросают, все ребята мастеровитые, тем более Иртыш с таким именем, сколько раз он уже чемпионом все доказывал, все выиграл, все, что можно. Осталось только континентальный кубок выиграть, и все. Мартин, да, Шимко, да, он неплохо мне сегодня понравился, две игры очень хорошо сыграл. Видно, школа очень хорошая, словацкая. Он же словак, да? Вот, так что, ну, а так... Ну, Ючерс от Бей-Бориса неплохо двигается, мне нравится тоже. А так, не знаю, я, наверное, еще больше никто. А вот самый раскрученный вратарь нашей лиги и лучший прошлого Тадыков. Сезона, как он вам вообще? Ну, не знаю, я вратарей никогда не судил, я только хорошие о них говорю, потому что это мои коллеги, и мало ли что может случиться, где-нибудь пересечемся, так что тоже хороший вратарь, сыграл на уровне, завоевали бронзу с своей командой. Так что ничего плохого я не могу сказать. Ну, два раза мы их все уже обыграли в этом году, так что пока дерби я выиграю. А на матче сейчас Макс Конников играет вообще супер молодой гипер. Как вот его игра видели? Я видел, он выходил со мной на замену. Мы играли в Астане. Очень тоже неплохой вратарь, но, конечно, видно, что молодость, азарт, глаза горят, немного лишних движений, но я думаю, это все придет с опытом, как можно больше будет играть, так будет развиваться дальше и выше всегда. Всегда после неудачных матчей стараешься побольше где-то подумать, где неудачно сыграл, и поговорить там с семьей, с женой, немного отвлечься от этого, от всего, от хоккея. Посидеть, поесть, посмотреть телевизор, и на следующий день уже забываешь, и выходишь, у тебя новый день, новая игра, уже все, что было вчера, уже забывается очень быстро. Не, я нормальный человек, я открытый, всегда готов помочь, всегда готов поговорить со всеми. Неважно, там, какое у меня настроение, какое, я всегда приду к своему другу, товарищу, с ним всегда буду разговаривать. И никогда не закрываю в себе, как некоторые делают. Кумиров нету, есть примеры для подражания, были, то есть, это Виталий Еремеев и Мартин Брадор всегда. Так что, ну, они оба закончили, так что сейчас ищу, на кого еще можно равняться. Ну, вы, ребята, крутые, я вам желаю дальше развиваться, чтобы больше программ, больше интересных каких-то сюжетов. Я вратарь хоккейного клуба ТК «Алматы» Вадим Желобнюк. «Алматы» всегда будет первым.